Здравствуйте, с вами снова я, Финляндия. Мы пришли с Настюшей в торговый центр, может быть, что-то подкупим для наших родственников, для Ани невестки, может быть, Нате что-нибудь, может, Настюше. Для Паши я уже все купила. А зять, как я вам говорила, любит только в определенном магазине вещи. Вот идем в этот магазин, Настюша показывает. Я его... H&M. H&M, я его всегда H&M называю, неправильно. Вот. H&M это по-фински. Ага, H&M это по-фински. Ну, я показываю новую коллекцию. А, давайте новую коллекцию посмотрим. Все голубое. Новую коллекцию, все в голубом. Вот такой мне нравится. Вот такая штучка, сейчас я это для мачки. И посмотрим. 20 евро, наверное, да. 20 евро, да? Угу. Вот новая коллекция. Красивая. Дальше пойдем смотреть будем. Вот это платье красивое. Ага, вот это сарафанчик такой полосатый. Вон. А нет, это не платье, это брючки, видишь, Настюша? А, да? Да, это брючки. Это этот, комбинезон. Комбинезончик. Классно. И это тоже брючки, да? Да. И это брючки льняные. Сейчас брючки. Лен в моде тоже. Лен модно, да, и не жарко. И это я такая. Вот такой сарафанчик. Вот сарафанчик. 30 евро. Из новой коллекции. Вот. Что тут еще у нас из новой? Ну, вот это все, это новая коллекция. И сейчас мы пойдем туда на скидочки. Скидочки у нас тут продолжаются. Такие какие-то топики повесили. 7 евро. 7 евро. Ну, на 50% скидка. Хотя там при входе было написано скидка до 70%. Это вот 17%. Ой, ну так дорого. Такая синтетика какая-то. Никакая. Никакая. Вот рубашечки какие-то. Это мне нравилась рубашечка. Сколько она стоит? Кофточка 11,99. А вот хорошая. 13. Вот эти красивенькая такая. Вот такими маленькими сердечками. 7,99. Тоже ничего. Тоже ничего. Там такие свитерочки. Настюша, как ты думаешь, может Нате купить вот такие шорты дома ходить? Сколько стоит? А, 2,99, да. Ну, ничего вроде. Может ей послать, показать? Угу. И потом пошлем. Сейчас поносим. Покажем, может она захочет. А давай купальники посмотрим. А, да, сейчас мы пойдем. О, давай тут маме посмотрим. Есть размер 38. Вот, смотри, вот такой вот, да? Да. Вот такой купальник. Сколько он, 8 стоит? Да, сейчас мы найдем. Ну, это 36, я вижу. Это 36? Я вижу по размеру. Красивый такой, сдельный. 40. Это даже 36. Может быть, такое еще не разобрали уже рубашку. О, тут еще оранжевый красивый такой оранжевый. Есть. Это 34-й. Ну нет. Нет? Машка прогавала, ты прогавала. Это 40-й. А 36-й и маленький, да? Да. А может быть, он и не был тут 38-го, Настюша. Нет. Ну что, у нас не было 38-го. Нет. Ой, извини, попался. Сейчас я сниму эту штуку. А ей хочется именно такой. А мне вот этот еще. Я, вот ну, это на сдельный хотела. Вот этот еще смотрела. Вот смотри, 5 евро. Вверх? Трусы не очень. А почему? Они красивые. Ну, маме не понравятся. А чем они не понравятся? Они... Ну, я знаю, что не понравятся. А, не понравятся? Ну, ладно. Не понравится, значит, идем дальше. Идем дальше. Вот. А вон какой-то красивый купальник. Давай с той стороны зайдем. Снежный купальник. Что-то Аня захотела снежного. Кажется, чистая. А этот дорогой, Настюша, 18 сколько? Евро. Ага. Мы будем посмотреть. Что тут у нас из обуви? Из обуви у нас тут все. Я думаю, может, шлепки все-таки куплю. Шлепки. Хотя у меня вазки есть, их же тоже на пляж можно. Можно, конечно. А что нельзя? Конечно, нужно. Ну, покажи цены. А сейчас я вот хотела другие еще очки одеть, а то этих мне неудобно.
вот смотрите, такие вот для пляжа вьетнамочки, такие босоножки. Вот эти хорошие, кстати, померяю. Да? Да, потом. Может, знаете, такие купить, 41-й есть? Сейчас посмотрим. Я думаю, есть. Все есть 41-й. Ну, знаете, такие купим. Вот эти тоже хорошие, кстати, может, маме на маленьком кубочке. Потому что не всегда бывает 41-й, надо 41-й размер, а не всегда бывает 41-й. Иногда бывает только 40-й. Вот и тут нет 41-го, может быть. Есть. Есть? Ну, давай их сюда. Вот. Они тут на резинке, да? Угу. Да, на резинке. Ну, можно будет показать, Нате, если она захочет, то мы ей купим такие. Ты говорила, такие маме, да? Ну, я сфотаю, да. Потому что я, кстати, нужно идти заказать еще черные на сайте. 6,99. Ну, что, такие? Ну, да, я думаю, можно и на работу. Можно и на работу ходить. Так, здесь сумочки, давай посмотрим. Сумочки, шляпки. Вот такая цена. Не очень, да. Большие вот эти на шляпочки. Уже той сумочки, что ты маме купила, нету, да? Угу. Мы их так быстро разобрали, эти сумочки. Вот. Дальше. Они там были, когда я смотрела. Осторожно. Это уже без скидки. Там были еще скидочки вещи. Ничего не поменяли? Нет, ну там что есть, пойдем посмотрим. Это тоже, вот мне нравится такое платье полосы. А я видела его, да. Ну, оно евро 40 стоит, из да. Из новой коллекции, сейчас мы посмотрим, сколько оно стоит. Да, 34,99. Угу. Не дешево. Не дешево. Он платье красивое. Шуки. А вот это мне тоже понравилось, но оно дорогое. Сколько? Я, кстати, хотела себе тоже из льна взять какое-то платье. 30 евро достижу. Угу. 30 евро. Из льна? Ну, там было одно, да, но было 36 размера, но был великовато. Недорого стоило, что евро 6-7. Да, ну посмотрим наверху там, может. Может быть, на верхнем этаже. Он там такой, как на пляж было. Ой, мне такое нравится. Видит, 27 евро. Ага. Тоже из льна, да? Ну, думаю, да. Вот тоже сарафан, а этот сколько? 16. Этот 16. Да, и сарафан, это тоже комбинезон. Ой, это комбинзончик. Комбинзончик. Книжки. Ага. Ну, а тут-то всякие вот эти вот плащи. Я вам уже их показывала по 15. Здесь пиджаки. Вот. Это вот платьишко 10. Я черного не люблю, хотя иногда одеваю черного, но не люблю черного. Это у нас юбка. Мама сказала, хочет черную классическую. Мы ее купили уже, черную классическую. А, мы ее купили, да? Понятно. Ну вот, видишь, 20 евро. Это вот похожую мы купили. Да, вот такая вот. Ну, что-то она тут у нас без скидки. Вот. Ладно. О, что это? 37. А я, по-моему, ее мерила, что-то она мне не очень. Ну, можно взять эти, я померяю. Покажу. Ага, хорошо. Ладно, пойдем на второй этаж. Сколько там я наговорила уже? На 9 минут почти. На 9 минут? Ну, идем наверх. Ну, давай эту часть закончим, потом. Ну, давайте. Эту часть заканчиваем, идем на второй этаж.